Ребят, всем привет. Идем с Ксюшкой с работы. Сейчас смотрю такую историю. Только дали воду. Не успела она у нас еще очиститься, как ее уже чувствовать не будет. Короче, у нас происшествие, сейчас покажу. Называется «Течет ручей». Пипец вообще. Причем он в прямом смысле течет. Водичка текает со скоростью ветра. Откуда? Пошли посмотрим. Капец, короче. Опять воды не будет. Горячий. Наверное, вообще никакой опять. Ну, неделю. Да, кстати, объявление повесили, что опять воды не будет неделю. А это течет ручьем. Из канализации. Из канализации. Нет, сейчас посмотрим. Вот, из люка, ёпарасеты. Не знаю вообще. Это что за фонтан, кстати? Это что такое? Там что, труба какая-то? Не знаю, наверное, может пройти. Это прямо около подъезда у нас. Нормально. Я надеюсь, что Варик приехала. Приедет, по крайней мере. Час уже льется? Нет, супер. Больше, Денис, часа три, наверное. У нас болотце образовалось. Еще в сентябре накопали его. И до сих пор так и болот. Скоро удает лягушки себя квакают, да, Ксюш? И вот только нам дали воду, и опять объявление. С 5 по 8 горячее водоснабжение опять. Опять мы, короче, чего? Без воды. С какого 5 по 8? По 12. По 12. Ё-моё. Короче, опять воды не будет. Ё-моё. Дар, мяу, Лися, здорово, с мамой пришла домой. Лисечка, Лисечка, внимание надо, ребеночку. В общем, короче, ребят, с водой чувствуется опять у нас эпопея продолжается. Не знаю, насколько это протянется. Там горячая вода опять ржавая начинается. Вон горячая уже опять ржавая. А когда отключают с 5-го, с завтрашнего? Да, ну, с завтра утра не будет. Короче, завтра на работу буду собираться опять без горячей воды. В общем, что у нас нового? Симбу лечим. Лечим вуалмагелем. Два вида ему, короче, уколов делают. Это иммуномодуляторы. Нет, иммуномодуляторы я имею в виду. И, да, и витамины колят. Потом энтеросгель еще даем. И ему полегчало. Он сегодня у нас хотя бы поел, бегает. Уже встретил утром. В общем, новость у нас радостная. Ура, ура, Симбочка наш поправляется, выздоравливает. Вот. Очень рада, потому что, если честно, я уж вчера наревела, сейчас видео ставлю. Посмотрите, как вчера эта Лися, она дружит с Симбой. Они прям любят друг друга. Ну, как братик и сестра, в общем, жить друг без друга не могут. И она вчера, ой, она как его вчера, не знаю, вылизывала, обнимала, все, я уже сижу вот. И это, как Влад сказал, он типа, как прощаются, я уж все, наревелась там, не знаю, наблюдали за ним целый день. Лечим уколы, ездим, делаем ветклинику, потому что он здоровый, он, короче, брыкается, царапается. Укол ему сделать вообще, ну, практически нереально, короче. Вот. И приходится ветклинику возить, ну и там он тоже, там тоже дают жару-то. Ну, хотя бы делают, потому что дома, я не знаю, мне кажется, вообще нереально. Лекарство ему вливаю в рот, он тоже нас всех царапает, бьется ногами, пинается. В общем, караул. Но лечение проходит нормально. И сегодня вот второй день. После назначенного лечения врачом стало лучше. Так что ура, ура. Спасибо всем за поддержку огромное. Спасибо всем, кто отозвался, кто написал. Вот, ребят, вашими молитвами, как говорится, вашими добрыми пожеланиями и посылом. Вот, в общем, ну, естественно, нашими трудами, там, лекарствами ему стало лучше. Спасибо вам огромное, ребят. А так, что у нас еще нового? На работе у нас идет набор стажеров. Я очки еще не сняла, как пришли с улицы Ксюши на это, так, привычка на голове носить. Если кто и смотрит меня из Дзержинска, есть желание, пойдемте к нам на работу, потому что сейчас будем работать по дурацкому графику, вообще неизвестно как. Два с одним днем. То есть два дня буду работать, наверное, один день отдыхать. Потом что-то у меня там типа два работаю, потом один день отдыхаю, три работаю. В общем, какая-то ерунда, короче, будет. Вот. Поэтому не знаю, что буду снимать. Потому что будет элементарно просто некогда. Если только работу снимать. Лися Симбу лежит.
Лежат у меня на кровати. Тимофей тут. Кошмар какой-то. Обняла его, Лежа, Тимбочку, маленького моего больного. Пытаемся воду ему дать, вообще бесполезно. Никак. Не хочет пить. Не, дочь, убирай. И лежит, и лежит. Выздоравливай, маленький Симбочка. Сейчас бы давно бы уже драться бы начали. Видно, ему настолько плохо, что никак он. Сил нету даже. Хотя хвостом, видишь, как мотает. То есть это он уже сейчас под 100% покуснул ее. Лизи себя, и лапу себе, и его, и вообще. Ничего нет-то. Лисенька, ты не устала, маленькая? В общем, сейчас время сколько? Время 4 часа вечера. Утром ему в ветклинике сделали 3 укола. Дома мы ему дали этот энтрогель. Как он там? Энтрогель, да. Но пока не лучше. Ему лежит целый день. Он ее куснул. Да? Ну, может, вот тебе и если дерутся, ну, значит, жить будет. Ты меня достал уже. Лись, ты ему надоела. У него морда, мам, в белом. Это в энтрогеле в этом. Он засух. Ну, чё? Да есть. Получила? Сейчас. Симбочка. Чё ты её там? Что ли? Ухо ей грызёшь. Надоела она тебе, да? Скажи, всего взъерошила. Да? Видишь, как она тебя любит. Вообще сказали котов-то подальше от него держать. Я вот, блин, куда его? Надеюсь, что остальные не заболеют. Если заболеют, будет полный трэш вообще. Леся, ты там дырку уже протерла на нем. Не отходит от него. Обняла его, уткнулась в Симбу. Лежат вот так вот. Переживает за него сильно. Ну, что с ним сделаешь? Вот как ее не пускать к нему? Ксюша закрыла котов здесь. Старший, кстати, у тебя, Ксюш. Симбочку кормим отдельно. Сейчас ему куриную грудку купили, отварим. Да, да, да. Котики едят обычное питание свое. Не диетическое. Вот возмущаются, да, Лися? Мяукают. Чего, моя, не пускают? Ой, батюшки, Лися. Слышали когда-нибудь песни такие? Возмущаются, что кормят отдельно Симбу. Да, ты тоже хочешь кушать. Тоже хочешь вкусняшку. О, Симбочка пришел. Симба. Симбочка, малышек. Малышек мой. Вот видите, он уже более-менее такой передвигается хотя бы по дому, потому что вчера до вечера лежал, вообще не вставал. В очень плохом состоянии был. А сейчас, слава богу. В общем, лекарства помогли прям, конечно, феноменально. Знаете, кот поехал. Симба катается, Ксюша. Симба, кстати, на нем катается, он садится. Мы такие, когда купили, пришли с ней уставшие. Поставили и такие в комнатах все лежим. Там, ну, я видео, наверное, включила, слышим. Там грузовик вот так поехал. Ну, звук такой характерный. Ксюша такая говорит, мама, ты слышишь? Я такая, ага, говорю, коты поехали. Вот. Симба, малышек маленький. Фотография, где Симба сидит в кузове. Да? Ты ее вставишь, да? Ну, Ксюша говорит, фотка есть. Малышочек. Маленький. Это вот его домик. Он любит там, кстати, спать. Ну, видели, наверное, фотку. Все, оклемался мой любимый котик. Ура, ура.